На перекрестке улицы Быковского и проспекта Металлургов в Красноярске произошло серьезное ДТП. КАМАЗ смял 4 автомобиля, пострадали 2 человека, водитель и пассажир «Волги». Их увезли на скорой в больницу. Как рассказывают очевидцы и участники аварии, больший груз ехал по Металлургов. Ему загорелся красный свет, тем не менее грузовик попытался проскочить перекресток. Основной удар пришелся на «Волгу», поворачивающую на Быковского. От удара КАМАЗ занесло, он зацепил еще 2 авто. Последний участник ДТП не успел затормозить и врезался в одну из поврежденных машин. Грузовик снес одну из электроопор, из-за этого сейчас на перекрестке не работают светофоры. На месте ЧП все еще работают дорожные полицейские и выясняют все подробности происшествия. Стояли под светофором, загорелся зеленый. Передние машины тронулись, мы не успели тронуться. Оттуда летел КАМАЗ, успеть хотел. Там, ну, уже не успевал он все. Там уже начали машины движения сюда в разворот. И все, снес машины, снес столб, все.